Ну что ж, друзья, мы уже можем насладиться все-таки последним матчем. Нам судья пока что, главный повелитель наш, все-таки перенес игру ННС BH на другой день. Опоздали по графику, к сожалению. Но ничего страшного. Мифы против BLO вот-вот начнут эту встречу. Я уже, если что, на сервере. Вы понимаете, что это лидеры чемпионата играют первое и второе место. 18 очков у BLO, у мифов 15. И мифы сейчас, если обыграют BLO, выйдут на первое место чемпионата. Правда, будет равное количество очков, но игра в запасе у мифов. Все, я в игре, я на сервере. Мы можем начинать нашу встречу. Ребята могут играть. Я уже забрался к ним в матч. Можно даже написать go-go. Интересно, увидят они мои сообщения или нет. Так, go-go-go. Holy War, Starladder TV, чат. Ну что? Опа. Понятно, тут уже кто-то кому-то снова. Дайте мне, скоро у панды появится админка, он вас всех вот матершинников да побанит. Отвечаю вам, друзья. Так. Что это тут есть, что такое? Просто нереальная вещь. Ладно, все. Я лучше почитаю чат игры, он повеселее будет. Итак, в принципе, говорить нечего. Можно включать табло и начинать матч. BLO и мифы вот-вот начнут эту встречу. Мифы слева, справа у нас команда BLO. Это самая жесткая игра, которая может быть в StarLadder на данный момент. Лидеры чемпионата без единого поражения. И вот они встретились. Но 6 игр сыграли BLO, 5 игр сыграли MIF, 15 игр всего нужно сыграть каждой команде. Каждая команда сыграет по 15 матчей, каждая с каждым. В принципе, все понятно. Лига, чемпионат. Все мы это привыкли видеть в футболе и где угодно, но я думаю, в киберспорте тоже увидят. Ну все, начинается матч. Надеюсь, я не повис, друзья, а то у меня как-то... О, все, хорошо, отпустило. Мы в игре, все отлично. Потому что я думал, что уже все, я повис. Нет. Я живее всех живых. Все, понеслась. Итак, слева миф, справа их соперник из BLO. Я уже говорил, что ни одна команда не проиграла до этого момента. Как и в предыдущем матче, пик героев у финнов. Справа, в принципе, тоже ничего не поменялось. У мамутцев, флютера и BMH. Там все так же. Лучник, шаман и медиум. Такая же схема. Ну все, смотрим. Вот сейчас посмотрим, кто же круче, мамутс или газхак. Кто круче хилит, BMH или Интерион, и кто круче тут всех стреляет, Джуха. Наверное, вот кто круче стреляет, Джуха или Мамутс. А Флютер, в принципе, Гасхагом — это два таких шамана, которые должны сейчас показать, кто тут главный шаман на европейском сервере. Ну, Гасхаг, конечно, поопытнее будет парень, все-таки о нем говорят больше пока что. Джуха выходит из замеса. Знаете, пока что, в принципе, все довольно равно. Вообще, конечно, я очень много ждаю от этой встречи. Она должна быть красивейшей. Там два ульта одновременно. Флютер с Гасхагом дерутся. Энергию забрал Гасхаг, но Флютер его отбуцал. По хелсам у него все хорошо. Гасхаг убегает, но Интерион хорошо выхиливает. Интериона есть ульт. Мамут, Джуха, перестрелка. Тут уже именно уже понятно, кто с кем драться будет. Осталось только Интерион. И сейчас с BMH просто вот не схлестнуться и не увидеть три соло-битвы одновременно на карте. Нет, кучкуется шведы, BLO. Джуха назад, центр, Интерион, центр. Ну, там энергии еще не скоро. Мамутс красный, Мамутс сейчас салют. Мамутс, уходи, Мамутс. Близзард накидывают и получил просто с пиштоля от Джуха. Хороший минус. Стан Джуха не попадает, по-моему, в BMH. Но Флютер уже не выживет. Это 1-0 за финами. Есть минус. И есть минус Пампа. Но вы понимаете, да, что эта игра не похожа на предыдущую. Вообще никак не похожа. Это другой бой вообще, другая команда и вообще другие игроки. На самом-то деле на данный момент три финских игрока на сервере находятся. Могу вам даже рассказать, кто откуда. Гасхаг и Джуха из команды МИФ финны. Интерион швейцарец, вообще по крови он болгарец. Интерион — это хил команды МИФ. Болгарин, извините, болгарец, это я выдал. Видимо, тоже пора смотреть Барселону с Миланом. Так, ну и Мамутс, BMH, два финна справа и Флютер финн. Лютер Пикс. Да, мне кажется, что действительно будет хорошая, красивая игра. Нам стоит только наслаждаться за тем, что делают ребят. Ну, опять же, Флютер с Гасхагом. Там битва шаманов у нас. Мамутс перестреливается, конечно же, Джуха. Ну, а хилы стоят, по-моему, в стороне оба причем. Знаете, отхиливают вот эти вот двойки, которые сейчас дерутся.
между собой. Газхак даже не переключился на помпу. Сейчас помпах скорее его оттянула. И есть минус. Все-таки на Мамутса насели жестоко. Мифы избивают. Вы посмотрите, какая... Да они просто юзают Челеникс, по-моему. Тут никак не объяснить такие победы этих финнов. Они просто никого не ощущают. Там вот писали ребята, что... Это, по-моему, Блятиф или Инсланд списал, вот чтобы не соврать-то, что вот есть испанцы X6 Existence. Ну, я вообще не знаю, не слышал я вообще про европейский сервер. Ничего. Ну, вот, кроме того, кто у нас играет в Зарладере. Не знаю, может быть, это был легкий троллинг. Не, мне кажется, что мифы самые крутые на планете вообще. Только БЦА может им навалять вообще. Так, смотрим. Флютер с Джухом. Драка у Мамутса с Газхагом. Перестрелка. Ну и пока у БЛО нету просвета. Вот, и вообще нету мыслей, по-моему, как драться с мифами. Еще глянем на пинг. Все равно интерьер у нас самый большой пинг. У БЛО даже пинг поменьше, чем у мифов. Хотя у финнов должен быть на русский сервер вообще там минимальный. Мамутс уже красный, Джуха его сейчас застрелял. Опять вот в ровном месте застрелили. И, кстати, интерьер ничего не мог в эту секунду сделать. Ему там наваливали. А Газхаг, кстати, вот как-то в стороне простоял эту драку и... Ну, он успел все равно поднавалить там. Просто не напрягли, никак не напрягли. Джуха отлично просто отстреливает своего визави под ником Мамутси и просто не дают Лукарю ничего сделать. Так, Флютер умирает. 3-0, мифы доминируют на карте. И я уже знаю чемпионов, по-моему, Старладера в этом сезоне. Первых чемпионов. Мне так кажется. Главное, чтобы до Лана добрались и тут особо не гуляли слишком много в Киеве. Я знаю, что европейские команды частенько любят находиться в Киеве. Иногда после чемпионатов некоторые на недельку, на пару задерживаются в этой вот прекрасной стране. В этом веселом городе. Ну, бывает такое, бывает. Позитивно. Но сейчас не позитивно для команды BLO. Мы их тоже, возможно, увидим Киеве на финале. Ну, я считал, наверное, что, возможно, это чуть ли не единственная команда, которая могла бы бороться с мифами вот по результатам первых игр. Ну, а мы видим, что все это сказочки, детский лепет. Просто Газхак, он никого со своей командой не ощущает. Джуха вообще не хуже Мамутса выглядит. Я бы сказал, что Джуха тут посерьезнее у нас ганнер, чем вот этот стрелок. И Мамутс просто, по-моему, на панике здесь. Финны работают. Есть минус. Кстати, забрали Газхага там сверху. Потеряли его на долю секунды. Интерион в это время ему флютер навешивал. Интерион еще ультанул болото и забыл про своего главного игрока, своей команды. Теперь 2 в 3 ситуации. Вот и первый раунд для БЛО. Правда, подождем. Если сейчас Джуха найдет Мамутса, который сейчас там на F1 хилится, то все еще будет шикарно. Да, видите, сейчас подпустили к Мамутсу. Заманивают Джуха. Не, он решил, что в тюрьму я не вернусь и решил отбежать чуть назад. Ну, опять же, 2 в 3. Сейчас идет бой. Очень аккуратно будет БЛО. Они будут сейчас как по учебничку раскидывать этот момент. Никто не ломанется, никто никуда не подбежит. Это вот... Это скилл. Его не пропьешь. Вот они понимают, что таких ситуаций может вообще никогда и не быть-то в этом матче, и что хотя бы один раунд надо вытягивать. Хорошая ульта сейчас от Энтриона. Не знаю. Нет, не очень хорошая. Ну, замучивают БЛО своих финских соперников. Джуха пытается с Мамутсом перестреливать, но у Джуха два раза там меньше хелсов было все это время. Ну и он так довольно достойно сражался все это время с Мамутсом и Бимейчем. Ну и вот последнего игрока убивают. 3-1. Первый раунд для БЛО. Хорошо. Что-то будет дальше интересно или нет? Интерион 146.4. Хила 12500 выдает нам. Красавчик. Ну, смотрим за продолжением. Битва может быть интересна, если БЛО сейчас возьмут раунд. Так, Джуха, куда тебя понесло? Ой-ой-ой, стрелок ошибся дверью. Все, решил назад быстренько отпрыгнуть. Потому что там бы ему навешали. Так, Газхак. Его, кстати, Мамутс отстреливает. Джуха с флютером замес. Газхак пока что ничего тут особо Мамутс никаких проблем не создает. Да, вообще мифам нельзя, по-моему... На дальнем расстоянии перестреливаться. Газхагу нужно, по-моему, за флютером сейчас больше гоняться. Флютера ульта, и сейчас Интерион просто умирает здесь в углу. Смотрите, он юзает щит. Подождем. Нет, не умирает. Джуха пришел на помощь. Флютер ультует. Интерион совсем скоро будет ульта. В это время Газхаг дерется с двумя. Наседает на Мамутсе. И причем
Он там фуфуловый, болото, пожалуй, Интрион ультует, Флютера пытаются затопить в кислоте, он включает транс, до свидания от Флютера. Мамус и Джуха, пошла перестрелка, Интрион на энергии. Флютер, все, в принципе, нормально по хелсам, да и Гаскага тоже все хорошо, в общем, обе команды пока что на равном в этом раунде. Ну и очередные ультиматумы мы ждем, вот Пампа есть, есть ульт, подтянул сейчас Гаскага. Гацкага пытаются, нет, пытались отрезать Интриона, не получилось. В это время Мамутса все-таки замучает потихоньку. Надо Джуха тоже переключаться на Мамутса. Он, то, что он и делает, четкий фокус, минус. Флютер спит, у него ульта, правда, есть, но вот он ультует. Но в это время сейчас BMH может умереть. Но немножко отхилился BMH, но его тоже сейчас, по-моему, заберут. Все, забирают Флютера в ульте, просто его казнят сейчас. Хотя нет, пошел за энергией, тоже что-то получилось. BMH минус, нет, остается один. Есть, минус и 4-1 за командой МИФ. Смотрим последний раунд, первая карта. Meanwhile in Finland подтверждает свой статус фаворитов. Они на втором месте. Их соперники и Швеция, и БЛО на первом месте в чемпионате. Но, походу, шведы сейчас выгребут очень плотно и сместятся на одну строчку. Все-таки впервые должен кто-то в StarLadder'е проиграть. Либо финны, либо шведы. И по-любому кто-то проиграет, потому что ничьи у нас в Bloodline нету. Сейчас кто-то кому-то наваляет, и у кого-то появится первое поражение, и кто-то не будет папкой. Смотрим дальше, друзья. Есть ульта. Есть ульта от Гаскага. Он врывается на Мамутса. Мамутс в транс. Никто не бьет в щит. И теперь он получает пузырь. Все, все, минус лучник. И 5-1. Все-таки эти мифы доминируют. Доминируют со всеми. Как с ними играть, если у них членик сключен? Да что ж это за звери-то такие финские. И швейцарцы. Один. Болгар, швейцарец существует. Интрион. Самый большой человек на планете. 5-1. Тут без комментариев каких-либо, вы все видели сами. Давайте запишем повтор. Все-таки игра легендарная. Миф против БЛО. Map 1. Окей. Играть снова. Ну и, конечно же, мифом уже первое очко. Мы записываем. Так, Holy War чат. Так, на рейте 3 на 3. А ну какой рейд вообще? Не говорите про рейтах. На тренировках Na'Vi пролетают там чуть ли не под ноль, там каким-то ноунеймом. Вы понимаете вообще, о чем может быть разговор? Там игра просто в мясе, там, в каком-то рейтинге. Или игра на чемпионате. Это земля и небо. Вообще, настоящего true про игрока ты можешь увидеть в супер своем состоянии только на турнире. Остальные игры он играет на 50%. Одной ногой проверяет фишки, не палит тактики и многое-многое другое. Так действуют профессионалы. Так, хочу камбэк от БЛО. Я тоже хочу, чтобы у нас была третья карта. Хочу, чтобы они сейчас что-то там супер намудрили по героям и как-то супер невероятно дали мифам. Но наивный Тафа, по-моему, слишком наивный. Не будет такого ничего. Гоу-гоу, друзья. Гоу-гоу. Все окей. Все огонь. Мы здесь. Вот, кстати, европейский комментатор на английском тоже комментирует. Надо, кстати, проверить, где он это делает тоже. Видимо, парень там давненько должен быть в этой игре. И я думаю, европейцы наслаждаются тоже этим замесом сейчас между МИФ и БЛО. Ну, правда, наслаждаться нам особо пока что нечем. Здесь бьют мифы всех. Бьют, бьют и бьют. Вот что с ними сделаешь, а? БЦА, давай хоть ты там соберешься, навалишь там. Ну, есть еще у нас некоторые команды. В принципе... За которыми... В которых мы можем верить. Так, что ж такое? Есть российские клубы, так называемые. Ну, правда, таких клубов все меньше и меньше. Уже осталось два. Вандер доигрались сегодня, получили свое второе поражение. И, в принципе, за топ-2 они уже не борются. Они уже третье-четвертое будут бороться. Но есть такие ребята, конечно же, это Push the Limit, вот БЦА, его отряд, Гарида, конечно же. Ну и есть такая команда, все-таки как Bring It On, это Corrupted на Солнце Палеотив, но как-то вот Bring It On как-то вот очень пессимистично в своей игре, как-то, по-моему, все время отзываются вот, против европейцев, что аж нам, мы тоже уже даже не верим в то, что...
что-то будет в этом матче, в этом противостоянии. Ну и так, все равно напомню, друзья, что по-прежнему вот Бринг и ПТЛ, вот эти две команды, вот, вот возможно, еще как-то поборются, но не знаю. Посмотрим. Последние 5 туров там будет, конечно, крайне решающие. Вот с 11 по 15 игру это будет самое важное в лиге для каждой команды. Там уже будет борьба за выживание, борьба за выход топ-4. Ну и просто борьба за какие-то призовые, которые ниже 4 места. Так, пошел замес очередной. Мифы слева, справа их соперники БЛО. Пиков изменений не было никаких. БЛО будут пытаться так же играть. А возможно, они ничего не могут делать. Возможно, не докачались, возможно, нет персов. Просто, чтобы что-то сейчас изменить. И посмотрите, Мамутсу уже натрескали по 5 число. Все, до свидания, Мамутс. Мифы продолжают разбирать просто в клочья БЛО на части. Не знаю, называть это как угодно. Как Лего, знаете, рассыпать с ноги. Вот то сейчас происходит из команды БЛО. Их просто не ощущают, мифы. Не ощущают. Что это? Скилл. Леникс. Хороший пинг. Прямые руки. Узнаем на лане. Через месяцок. Джуха лучше в раунде был. Ну, поехали. Раунд 2. Мифы, я думаю, сейчас очередную победу 2-0 будут делать. Я уже, в принципе, уже не верю, что что-то может поменяться. Походу, именно так. Уже можно, по-моему, таблицу подсчитывать и считать очки мне тут параллельно. Под результат 2-0 в пользу МИФ. Хотелось бы, чтобы БЛО что-то смогли сделать, но у них вот не получается. Флютер хороший шаман, но не газхак. Мамутс отличный лучник, но мы видим, что в этом матче Джуху на ганнере поприятнее будет. Вот вообще абсолютно приятнее будет. Как бы там не старался бы сейчас Мамутс. Ну, смотрим, там Джуху могут сливать. Сейчас Интрион ставит ульту Флютера в болоте. Нет, не затопили. Интрион красный Джуха. Газхак один тут приятно. Приятно жирный по хелсам, но уже отхилили, кстати, и Джуха. Ой, он зря туда запрыгнул. Куда ты пошел? Ой-ой-ой, только разрекламировал Джуху. Он такой просто в телепорте там с 400 хелсами врывается. Получает две тычки и уходит на тот свет. Ульта от Бампе, от Медиума. Но она тут уже, в принципе, все равно. Неважно, Интриона забуцали. И Газкак умирает 1-1. Молодцы сейчас. Бейло, красавцы. Вот. Но вы понимаете, что вся эта их игра вот сводится к тому, что команда Meanwhile in Finland ошибается. То есть, вот если бы сейчас Джуха вот не прыгнул в замес, ну, кто его знает, чем бы все закончилось. Ну, может быть, он бы там спасал своего тиммейта, но как-то что-то не рассчитали, что-то не получили. Мамутс лучший, 146,4 эффективность в секунду. Красавчик, если не читил. Ну, смотрим за продолжением. 1-1 у нас счет, друзья, пока что. Вторая карта. Напоминаю, первую выиграли Миф. Может быть, кто-то недавно подключился только. Ну и, в общем-то, все-таки доминация Мифов в StarLadder продолжается. Они еще ни одной карты не проиграли на этом чемпионате в звездной серии. Просто никто им не может ничего рассказать и хотя бы одну карту на чемпионате выиграть. Это вам не прахи гонять. С мифами. Это уже серьезное дело. И Бейло вот одни из первых, кто сейчас почувствует это на себе. Вот в чем все-таки фишка русских команд, что они за счет пинга, там, если больше, желательно побольше москвичей, за счет пинга, за счет вот, может быть, за счет этого дела и выиграют. Но надо, чтобы скилла хватало. Посмотрим. Тоже интересно. Бриндитон, ПТЛ против мифов посмотреть. Довольно такой спокойный раунд пока что, без супер ошибок, никто особо хилсы не слил. Ульта, Интрион, что это было? Флютер с ультой, в него Газкак, ультует Инфлютер, конечно же, в эту секунду. Газкагу нужно свалить пока что, но он почему-то на помпу там нацелен. Ульта от BMH тоже прошла, Интрион на фул хп. Джуха, в принципе, себя спокойно чувствует, он помпу пытается отстрелить. Здесь Мамутс уходит, Джуха к своим, Газкак, его нужно отхилить Интриону и... Второй волной просто можно сейчас срывать Мамутсу голову, его подтянули к себе, Мамут сваливает. За ним Газхак занимает центр мифы. Есть энергия у Газхага. И сейчас у него будет ульта. Ультуй. Хил Интрион. Иначе сейчас сольют Газхага. Он уходит в пузыре подальше. И ждет свою вот все. Ульта будет у Мамутса, я так чувствую. Мамутс нарвется на ульту от Газхага. И, наверное, третий раунд второй карты на этом и закончится. Итак, да, врывается в Мамутса. Ульта, Газхаг. Мамутс там красиво ушел. Поэтому тут отмазался на какую-то секунду. Газхаг сейчас его бьют все, но он выживает. Мамутс красный, Флютер пытается сейчас снять свой визави. У него это получается, вдвоем остаются мифы. Что творят БЛО? Вообще неимоверный раунд они показывают.
Ульта Интериона, он просто стоит в болоте, его там пытаются слить. И все. Слил Флютер, болото не помогло. И посмотрите, Мамутс просто самый нереальный лучник. Как он выжил? Вот это уже хорошая игра. Вот это мы видим, что Мамутс на сервере. А то непонятно, какой-то лучник бегает. Леголас какой-то сраный. Извините за мой сленг. Мамут, 123,9, эффективность, 10,5 тысяч дэмэджа раздал. Вот это настоящий Мамут, а то до этого какой-то фейк на первой карте был. Но, правда, еще это не концовка, только 2-1 за Бейло, они только два раунда взяли, надо еще три как-то вот выдавить из себя на второй карте и сравнять счет по картам. Это будет непросто. Это будет далеко не просто. Энергия в центре. Газхак идет вперед. Да вообще, по-моему, надо быть поагрессивнее мифом, как они до этого играли. Вот просто налетали на Бейло, разрывали им все, что могли, и уходили назад, второй волной там сносили. Либо как-то так. Но пока, по-моему, Бейло у нас проснулись и сейчас показывают весь свой максимум. Газхак дерется с Флютером. Вот тут, конечно, когда дуэлятся эти шаманы, Газхак всегда, в принципе, эти дуэльки вытягивает, когда равные хелсы у парней. А Мамутс в это время просто настрелял его Джуха, как девочку. Посмотрите, все, Мамутс уже до свидания. Снова появился тот фейк Мамутс, не настоящий. Врывается Газхак за ним. Ну, правда, Мамутс-то еще может настоящий выжить. Такую секунду. Ульта от Пампы в это время. Сейчас умрет Веймейдж. Да, тут видите, он спасал Мамутса. Мамут все-таки выжил, но все, без хила, ребята. Все, бросайте лук, бегите с карты. 2-2, финны сравнивают счет. Отличная игра от мифов. Нормалек, нормалек. Но мы видим, что Бейло вроде бы проснулись как-то и выдают. Вот Газхак в этом раунде выдал 137,2, 6,5 тысяч дэмэджа. Красавчик. И контроль был самый лучший у нас, у Джуха. Вот, смотрите, 2,230 контроля. Вот этот человек контролит. Хороший финский игрок вообще, вот ганнер Джуха. Стоит за ним посмотреть всем ганнерам сервера. Он, ну, только не те моменты, когда он врывается в троих там с красными хелсами. Газхак пытается ворваться. Вот снова действует агрессивно, но Газхак выгребает очень много дэмэджа. Юзает медальон. Медальон его спасает хорошо. Интрион еще отхилить успел. Стан в Интриона не проходит. Интрион жив. Флютер на Газхак. Снова дуэль. В это время у Флютера хелсов побольше будет, чем у Газхага. Но Газхагу это, по-моему, не мешает. Он врывается под пузырем. Нет, уходит назад. Ультует BMH. Медиум ультует. Ну и что? Отхилил своих. Ну, кроме Мамутса. Мамутса на Джуха снова настреливает. Джуха. Джуха. Нет, посмотрите, ему тут помешали. Ему сейчас BMH, по-моему, помешал застрелить Мамутса. Ну, у Газкага есть ульт. Он ультует, забирает энергию и ловит Мамутса. Нет, не ловит. Мамутса уходит в инвиз. Сейчас его поймают. Сейчас его поймают. Хотя, вроде бы, нет. Джуху нужно хилить. Сейчас Интериону срочно хилить нужно Джуха. И ультовать, ставить свое болото в кого-нибудь. Джуха отходит назад. Болото во Флютера пошло. Газхак прогулялся через болото, чтобы в него там особо никто не врывался. И снова наседает он на Мамутса. Мамутс пока что жив. Газхак уходить нужно оттуда. Все, забирай зря. Он ворвался, походу. Ну нет, за поворот ушел. Красавчик. И снова все живы. 35 секунд до конца. Энергия в центре за мифами. Джуха лоу хп. Зря рисковал, когда заходил за энергию. Просто никто префайр не накинул на этот красненький шарик. Мог там его снять, кстати, и Мамутс тоже. Но Мамутс сейчас попал в Джуха. Джуха сразу отпрыгнул от него подальше. И уже теперь Бейло жмут мифов. Но Интрион, во-первых, он уже тут практически всех откилил. А во-вторых, у него есть ульта. Вот сейчас сюда вот серединку бы отрезать бы центр. Вот сейчас можно было Мамутса отрезать от своих. Или Пампу сейчас можно было отрезать от своих. Но не ставит. Застреляли Джуха. Интрион вот только сейчас ставит под себя этот ульт. Флютер в нем. Нет, Газхага забьют. 3-2 в пользу Бейло сейчас, наверное, будет. Хотя давайте досмотрим. Газхаг под ультом врывается в Мамутса. И действует довольно неплохо. Интерион навешивает час Флютеру. Но смотрите, как они выживают. Очень долго, очень долго. Ульта от BMH. Все, запиляли Газхага. Интерион один куда-то пытался убежать, но нет, не в этом раунде. 3-2 на второй карте. Бейло, вот это да. Вот это вот игра нам показывает лучника. Это значит, что он был крут. Нет, Интерион все-таки самый крутой, но команда Вамутса выиграла. 125,6. Эффективность 11, 12 тысяч дэмэджа почти дал. Хороший. Но все равно, наверное, в предыдущем раунде все решилось, когда Газхак вот сюда вот вправо пошел, там пытался забить Мамутса, не получилось, и просто красный убежал до конца там раунда уже Интерион его не смог отхилить, и была доминация по хелсам от Бейло. Надо тоже поаккуратнее на врывах быть Газхагу. Джуха забирает энергию. То есть будем следить сейчас, конечно же, за ультой ганнера команды Meanwhile in Finland. Газхак уже просто за Пампой просто усердно сейчас гоняется. У Джуха уже есть ульта. Давайте посмотрим. Вот сейчас он будет ждать.
кого-нибудь из кейпа. Да он просто в пампу все попадает. Газхак сейчас сразу же подтягивает сюда Бимейча. Но там сразу же вся команда сейвит своего хиллера и не дает подобраться к нему поближе. Мамутсом один из главных, кто защищал свой хил. Прогнал он финнов, но финны теперь уже имеют хорошенькое такое преимущество по хилсам. Сверху на баре центральном, посмотрите, вот сумма хилсов команды там побольше, да посолиднее. Но, в принципе, не такое уж и сильное это преимущество. Оно одним прикольненьким, точненьким ультом решается. Но нет Ранида на карте, к сожалению. Флютер и Газхак. Но тут уже Газхак сейчас ультует, разрывает просто всех, там троих. Не дает ему ворваться. Джуха зато под прикрытием Газхага хорошо настреливает. А Интурен вообще никто не трогает. Он спокойно хилит. Да нет, здесь уже доминация за счет хилсами. Просто давят сейчас Било. И все-таки финны сравняют, по-моему, и счет. И сделают 3-3 на второй карте. И не забывайте, 5-1. Они вообще очень легко выиграли первый. Но на второй мы видим, что шведский коллектив, шведская команда что-то пытается сделать. Но... Ну, кстати, довольно неплохо получается. Но пока все равно не выигрывают вот так, как хотелось бы им, наверное. Это только... 3-3, хотя еще нету 3-3, я, кстати, рано об этом сказал. Тут, кстати, уже ЗДНД скоро начнется. Что тогда будет делать Бейло, когда им нужно будет через пару секунд выходить из этого угла? У Флютера есть ульта, Газхак врывает, сейчас Флютер будет ультовать, да. Ну и Газхак в это время тоже ультует. Две ульты от шаманов одновременно, спид BMH никого не лечил в эту секунду. Кстати, почему никто Мамутса не трогает, не понимаю. Вот, Джуха занялся им уже давно, все нормально. Джуха отстреливает Мамутса, все-таки пушка круче, чем лук, это точно. Но, правда, Газхагу навешали, он уходит. Мамутс красный, встан в него, тычка, подтянул Газхаг Мамутса, он снова уходит. Да иди ж ты сюда, хватит выживать. Вы посмотрите, какой потный этот Мамутс, его не убить просто. Но вот теперь придется выходить из ринга. Из края ринга, потому что вы видите, что уже, да, прижимает, как бы, команду BLO. Вот сейчас как раз мифам нужно просто влететь в них и выкинуть их туда, в темноту, подальше. Главное, в принципе, центр не отдать. Вот они заняли центр, и теперь уже вынуждены BLO сюда подтягиваться. Ну, главное не нафейлиться. Так, смотрим. Ох, как Джуху за край выкинули, но он выпрыгивает назад. Мамутса уже забрали, забирает Флютера. Все, это победа, это 3-3. Как выкинули медиума, еще прикольно. Очень четко разобрались мифы. И 3-3. Сравняли счет на второй карте. И уже два раунда до победы команды МИФ со счетом 2-0 по картам. И два раунда до того момента, как Бейло сравняют счет. Равная пока что игра. Уже поинтереснее на второй карте. Так, воины, продолжаем смотреть за ареной и за самыми крутыми головорезами в арене Bloodline. Я считаю пока, что это мифы. Не знаю, там кто-то, может быть, где-то там прячутся и другие, но я пока еще их не видел. Видел только мифов. Джуха красный, ух ты, надо отхилиться. Где Интерион? Интерион. Братиш, похиль, а? Вот, все хорошо. Тут уже у нас медиум под ультой. Просто выхиливает Мамутса и Флютера. Очень неплохо. Но Газхак полный. Это проблема для команды Бейло. Газхак все решил. Он серпом ворваться. Иди сюда, Флютер мой сладенький. Так, в тыл вошел. Отрезает он, по-моему, BMH. Пытается отрезать. Ой, какая хорошая ульта. Иди. Ой-ой-ой, что вытворяет Газхак? Как он там в болоте? В болоте пытался притопить BMH. Ну, по крайней мере, жизни много выбил. В это время Джуха и Мамутса. Посмотрите, какая дуэль. Маджуха нельзя умирать. Что ж ты делаешь, Джуха? Он убегает. За ним Интерион хилить Газхак. Нет, Мамутс. Фантастический Мамутс. Вот сейчас, в эти секунды, Мамутс начинает наконец-то перестреливать Джуха. И, в принципе, за счет этого команда берет раунды. Вот только одно звено дает сбой у команды МИФ. И, в принципе, их можно ломать. Надо было пораньше Джуха убегать. Вот он слишком долго перестреливался. Вообще было преимущество в раунде у МИФов. Они давили по хилсам. Все было шикарно до того момента, как Джуха, ну, на полсекунды... позже решил уйти из этого замеса. И смотрите, что у нас происходит. Это 4-3 за Бейло. Хороший ответ сейчас за первую карту. Но нужно выиграть. Нужно выиграть. Мало того, что вы наберете 4 раунда. Нужно выиграть. Так, смотрим. Газхак 1. Ну, тут я не знаю. Вот это вот европейская какая-то. Прикол, не знаю. Бегать одному против троих. Ну не затащишь ты. Ну никак не затащишь.
4-3, друзья. БЛО лидирует в матче. Приятная, красивая, интересная борьба. То, что мы ожидали в последнем матче. Это класс. Что ж, друзья, посмотрим. Газхаг забирает энергию, врывается в центр. Ну что, когда у Газхага, если появится ульт первым, то он придавит, скорее всего, флютера по хелсам. Либо Мамутса будет ловить, непонятно. Так, решили аккуратно действовать мифы, а это может для них, кстати, плохим заканчиваться. Они когда начинают давить команду Белого, у них все отлично. Ну, пока Джуха не умирает, да. Мамутсу тут, смотрите, прихрабрел, тут поближе, все ближе к центру. А тут привет, ульта от Газхага. Нет, Мамус ушел, но Флютер его пытается перекрыть. Флютер чуть не получил. Сюда же и BMH с медиум врывается. Куда, непонятно. Интерион энергию никто не берет. Газхаг в экшене. Интериону нужно отхиливать своего тиммейта. Газхаг, уходи. Да, отхилил его нормально. Интерион Джуха настреливает, но по хилсам все очень равно в этом раунде. БЛО с каждым раундом вообще кажется все сильнее и сильнее. Флютер... Ульта Газхага пытается притянуть. Газхага ушел поближе к своему хилу. Да, и занимают БЛО центр. Смотрите, как они подвинули мифов. А это последний раунд. Миф, ульта Джуха. Ну, в принципе, да, какой-то дэмэдж дает. Ладно, смотрим дальше. Стан не попадает. Газхаг врывается. Нет, не врывается, уходит назад. 35 секунд до конца этого восьмого раунда. Может быть, последнего на второй карте. Может быть, еще и нет. Но посмотрите, как БЛО-то приспособились потихоньку, потихоньку. Они как будто привыкают к мифам и... Им все проще и проще играть-то. Газхаг с ультой. Интериона притащил Флютер, но сейчас это не проблема. Там есть ульт у Газхага. Вот Джуха зря там, конечно, тусуется. Вытащил его Газхаг обратно. Ультует Газхаг и врывается в замес. Все, чтобы в это время отличили хоть как-то Джуха. Правда, ему там навешивают шикарно. Успевает Интериона отхилить. Интерион, доставь свое болото уже куда-нибудь. Мамутсу он под ноги кинь. Вот это да, все живы. Болото под Флютера снова пошло. Мамутса никто не трогает. И все-таки вот эпизодично. Ну, вроде мифы немножечко переломили ход событий в свою сторону. Но до первой смерти Флютер красный. Джуха отходит назад. Да, правильно, нельзя рисковать. Мамутс уходит назад. Флютер вообще там очень мало хилсов у него. Вроде бы 134, но на самом-то деле они еще не восстановились. Все там вообще там Децл маленький. Джуха снова врывается. Ушел назад. Попал! Как он снял красиво Мамутса! Минус Мамутс. И это 4-4. Флютер, я думал, он пошел уже туда, за ринг уже. Все, в темноту уходить. Но все равно пытаются как-то бороться. Но уже тут ничего не вытащить. Это 4-4 на второй карте. Красивейшая вторая карта. Вообще очень интересная игра. Такая вот довольно... Довольно красиво, короче, тут говорить. Да, и посмотрите, BMH был лучше в этом раунде. Самый эффективный. Хила выдал 13 тысяч. Как он старался. Но, кстати, Интериона хила-то побольше все равно было. Да, итак, 4-4. Флютер, Мамутс и BMH. Пытаются сравнять счет по картам. И, в принципе, им по-прежнему один раунд нужно выиграть. Но... Это не получается. Был уже матчпоинт на карту. Но у финнов уже матчпоинт на всю игру. Они сейчас могут 2-0 просто по картам закончить это противостояние. И заработать очередные 3 очка. И от... первое поражение получит БЛО, если сейчас не выстоят. Ну вообще игры потные, плотные. До малейшей ошибки идут, я бы... Так, назвал эти встречи. Газхаг врывается с Мамутсом. Замес. Здесь пузырь. Газхаг уходит. Мамутса полжизни выбили. Отхилит его сейчас BMH. Да, он сейчас будет ультовать. Притащил Джуха. Джуха выпрыгивает сразу же. Ульта от BMH. Когда будет? Вот он ультует. Наконец-то. У него полжизни, кстати. Джуха сможет ему настрелять неплохо. Флютер бегает за ганером. Это его не спасает. Газхаг берет ульту. Берет энергию в центре. Интерион пристреливается с Мамутсом. Это может плохим закончиться. Кто-нибудь Мамутсу вообще будет Мамутса кто-то бить сейчас или нет? Или он тут всех будет с лука расстреливать? Все, начали им заниматься. Джуха контролит Мамутса. Есть энергия. Газхаг ультует, Флютер ультует. Два от Харбов ульта пошла. Что у нас? Мамутс где? Спрятался от Газхага. Газхаг, иди сюда, ему говорит. Куда ты убегаешь от меня, мой сладкий? Но, правда, Джуха жив, значит, все нормально. Вообще, очень равный идет абсолютно раунд. По-прежнему полторы минуты рубится, но преимущества нет ни у кого. Правда, вот чуть-чуть есть преимущество у мифов, то, что они в центре. Но вот оно уже и растаяло. Все-таки идет вперед Мамутс.
Ну, обе команды пока что в центре, никто не отступает. Вот Бейло начинает потихонечку пушить, точнее не пушить, а отходить назад. Их пушат мифы. Посмотрите сюда в хил, какая ульта! Интерион, красавчик, он просто выносит сейчас медиума. И все, до свидания, победа за мифами 2-0 по картам. И они по-прежнему без поражений. StarLadder'е, они команда номер один в лиге. И, в принципе, еще не то, что ни одной карты, они ни одной... Да, ни одной карты не проиграли. Хотел сказать, не то, что ни одной карты, ни одного раунда. Нет, ни одной карты не проиграли. Ну и стоит отдать дань уважения команде BLO. И сыграли они тоже классно. Но вот как-то поздно проснулись. Если бы вот такой счет был на первой карте, я бы тогда не знал, чтобы было бы на второй. 2-0, друзья, 2-0. Так, сохранить повтор на сервере. Вот это мне снова нужно сделать. Итак, у нас Meanwhile in Finland против BLO. Мап 2. Сохранил. Ну, статистика игры. Интерион и Газхаг. Два лучших игрока. По дефолту это хил, который за 10 раундов выдал 95 тысяч хила. То есть, ну, как бы нормально. Почти по 10 тысяч выдает он за раунд. В среднем. Ну и Джуха был, вот, видите, на последней карте действительно что-то с ним случилось. Не самую лучшую показал он вот статистику. Но, опять же, средняя эффективность больше 100, эффективность секунду, это уже офигенно. И у этого парня самый лучший контроль. Я бы не назвал бы его самым худшим, просто так получилось. У него контроль 23 тысячи за 10 раундов, то есть 2300 в среднем за раунд его контроль. Вот такой вот. И еще вот такая штука, как энергия набранная. Ну, тут тоже, походу, действительно у него... набор энергии, что ли, камни стоят, потому что энергию он набирает довольно быстро и тоже больше всех набрал. Ну, ладно. Дэмэджа больше всех получил, кстати, Газхак. Это он таким танчиком работает, причем на 10 тысяч больше, чем Мамутс получил, и на 10 тысяч... нет, все-таки также получил Флютер по дэмэджу. Нет, не так же, на 9 тысяч меньше. Беда. Ну что, в принципе, на сегодня все. Осталось мне вот по концовке вам показать турнирную таблицу. Тут я не понял, поставил я финнам победу или нет. Сейчас сравню. Ну, нет, подождите, друзья. Я не ставил еще поражений и побед. Вот я сейчас поставлю мифам шестую игру, шестую победу. И разницу уже 12, плюс у них уже 18 очков. Ну, а... ну, а команде... под названием BLO мы должны добавить одно поражение. Так, 7. Ну и разница уже стала похуже у ребят. И столько же очков остается. Вот теперь можем посмотреть на таблицу. Мифы выходят на первое место, как и, в принципе, ожидал сегодня. В принципе, играют хорошо ребята. И тут уже ничего не скажешь. 18 очков миф, 18 очков БЛО, но есть у мифов игра в запасе, и в принципе у них может быть 21 очко уже после следующего 7-го тура. Ну и пока еще ждем, вот, конечно, Вандер могли сейчас ворваться легко в топ-6. Ну, про Вандер вообще говорить не буду, после того, что происходило в сегодняшнем матче. Вообще, надо пообщаться будет с ребятами и спросить, что это было все-таки, зачем самое главное. Ну и мы видим, что в принципе пока еще не ясно, кто попадет в топ-4. Уж очень равно идут целые 7 команд. Миф, БЛО, Бринг, ПТЛ, Флюкс, Гоубой и Мистер Данди. Не знаю, вот сможет ли Вист удержаться в верхушке. Может быть, еще и Вандер его подвинут как-то. Ну и давайте глянем, что у нас в нижней части. Ну, там, видите, все пока что. Ну, One Day Top Place, в принципе, Маус Ван еще какие-то шансы имеет. Там, ну, правда, нет. 4 поражения уже у Маус Ван. Ого. И One Day Top Place имеют 3 поражения, 3 победы. Ну... понятное дело, что вот команды с 11 по 16 места сейчас уже практически будут бороться за выживание. Хотя, опять же, все может быть в играх между собой. Так. Я читаю StarLadder TV, Holy War чат. Да нет, ладно, не буду ничего читать, посмотрим еще раз по концовку на таблицу. И, в принципе, я уже могу с вами прощаться, друзья. С вами был Таф, и по идее завтра я тоже с вами буду. Пусть вернется Панда, все устаканится.
И, возможно, на следующей неделе Каспера вы здесь увидите почаще. Я, наверное, почаще на следующей неделе буду уже точно на поинт-бланке. И еще на этой неделе должен быть в студии по World of Tanks и комментировать тоже там танки. Тоже такое дело будет. Плюс на следующей неделе в КСе начинаются копенгагенские игры в Дании. Мы как-то со Слэем будем параллельно всего этого комментировать. То ли вдвоем, то ли по одному, как будет получаться. Но в любом случае мы КС тоже не забудем на этой неделе, на следующей неделе. Ну, в принципе, все. Last карту, открой меня. Тафа, я хочу от тебя детей, слепец. Был бы ты девушкой, мы бы могли что-то придумать. Ладно, а так, конечно, будет сложно. В принципе, все, могу я, наверное, убирать и табло, и все-все-все. Сейчас я только напоследок остановлю запись последней игры Тара.